Ну, во-первых, вы добрый день. Во-вторых, все члены избирательной комиссии, или счетной комиссии, как правильно говорить, и, естественно, все волокжане. День действительно добрый, потому что, ну, я могу так сказать, с надеждой на то, что вроде бы начинается новый цикл формирования демократического общества в нашей стране. Вот такое предварительное голосование перед выборами депутатов Государственной Думы и представительных органов местного самоуправления и законодательных органов регионов, ну, бывает нечасто. Во всяком случае, у нас это впервые происходит. Раньше внутри партии это происходило, сегодня имеют возможность высказать свое мнение о тех кандидатах, которые бы хотели стать вот представителями народа во всех этих органах, любой человек, любой волокжанин, не только член партии. Но я вот, в частности, беспартийный, я принимаю участие в этом предварительном голосовании, надеюсь на поддержку волокжан, потому что есть с чем идти в Государственную Думу.